Есть несколько способов получить рассрочку. В некоторых случаях ее предоставляют сами организации, продавцы, например, магазины или туркомпании. Неудобство этого варианта в том, что у каждой компании свои условия, свои сроки рассрочки и множество других нюансов. В итоге клиент вынужден платить больше. Но есть и второй вариант. Кредитная карта от банка «Восточный». Рассрочка на все. Если в трехмесячный срок клиент возвращает потраченную или обналиченную сумму обратно на счет, то ему не приходится платить проценты. И при этом нет необходимости обращаться в банк за новым кредитом для новых покупок. Средства на карте возобновляются. При этом не стоит забывать и о других достоинствах карты от банка «Восточный». А именно, о существенном лимите, беспроцентном снятии наличных в банкоматах «Восточного банка». Для получения кредитной карты рассрочка на все, достаточно 5 минут времени, максимальная сумма, которой можно распоряжаться, до 300 тысяч рублей. Солидная сумма, надежный банк и большой срок рассрочки – три слагаемых хорошей кредитной карты. Если вы ищете именно такую, то карта рассрочки от банка «Восточный» может стать решением для вас.